时光雨洒落在你我心里，消失了感情在脸上留守，流年未完山川依旧，夏天终于走到了最后，多少的执着输给了时间，多少的泪水流过了青春，那个男孩叫我成长，时间是我我会忍住不会颤抖，этим летом мы закончили 12-летний марафон и начали трехдневную битву. В этой битве нет дымящихся пушек или врагов. Те, с кем мы сражаемся, мы сами, те, кто смеялись, плакали и учились день и ночь. Лу Джиан. Время вышло. Студенты, отложите ваши карандаши. Лися, мам! Мама! Я так беспокоилась, как прошел экзамен. Все хорошо. На удивление, я знала ответы на все вопросы. Правда? Замечательно. Отлично, что все прошло хорошо. Мама, так здорово, что ты здесь. Ты была для меня опорой. Глупышка, кому же еще быть здесь ради тебя? Хорошо, пойдем пообедаем. Давай, пойдем. Парень внезапно упал в обморок во время экзамена на аудировании по английскому. А у вас что-нибудь случилось на экзамене? Да, один даже не появился. Он не появлялся 3 дня, угадай, кто? Кто-то из нашего класса? Нет, лучший студент в естественных науках Лу Джиан. Почему ты еще не здесь? Сегодня последнее собрание нашего класса.
Вы знаете, о чем последняя книга Артура Конан Дойля? Убийство классного руководителя. Настал момент нашего расставания. Это ваша последняя перекличка в старшей школе. Ло Сюй. Здесь. Жэнь Сяофэй. Здесь. Лю Ян. Тут. Лися. Здесь. Фу Сяосы. Присутствует. Яо Нана. Здесь. Суинын. Здесь. Оу Дзюнь. Присутствует. Сяо Сяо. Здесь. Сикай Гэ. Здесь. Хоу Цюань. Здесь. Хан И Цин. Здесь. Фуи. Здесь. Ли Сы Ци. Здесь. Ли Кэ. Здесь. Гуманитарные науки, класс 3. 34 студента, все присутствуют. Идеальный выпуск. Как ваш классный руководитель, я больше не могу вас сопровождать. Я надеюсь, что у вас все сложится хорошо, начиная с этого момента. Поздравляю всех! Начиная с сегодняшнего дня, вы все свободны. Учитель Вэньчжэнь, мы не можем вас оставить! Учитель Вэньчжэнь, вы лучший классный руководитель, что у нас был. Учитель Вэньчжэнь! Учитель Вэньчжэнь, мы вас мы любим! Вас любим. Учитель Вэньчжэнь, мы вас любим. Я знаю.
что тебе трудно расстаться со студентами. Потому что я видел, сколько усилий ты в них вкладывала. Это твой первый выпускной класс. Ты проделала прекрасную работу. Я горжусь тобой. Я не очень хорошо говорю, но хочу вот что сказать. То, как ты выглядишь во время работы, особенно очаровательно. Теперь можешь очаровывать меня, как сумасшедшая. Я готов стать тем мужчиной, что будет рядом с тобой. Я больше не позволю твоему горлу болеть. Студенты, вы мои свидетели. Примите его. Хорошо, встань. Это так смущает. Так принимаешь или нет? Что ты говоришь? Поцелуй. Дежурный Лися. Лися, пока. Пока. Извините, это место выпускника Сяосы? Это да, спасибо. Их все использовал Сяосы. Дай мне эту, а мне вот эту. Дай мне еще, отдай. Спасибо вам большое. Пока, выпускник. Каждый год новые студенты поступают в старшую школу Тяньчуань. Они приходят с большими глазами, в точности, как и я 3 года назад, молодая и незрелая. Здесь у меня произошло много всего впервые. Моя первая встреча с Фу Сяосы и с его туманными глазами. Тебя Лися зовут? Хорошее имя. Моя первая встреча с Луджианом, веселым и потрясающим парнем. Первый раз, когда мне хватило смелости, чтобы выделиться. Учитель, это был я. Учитель, и я. Что? И я тоже. И я. Хайо. И я.
Даже зная, что будем наказаны, мы этого не боялись. В этом семестре Чэнь Вэньцзин была переведена в другую школу. Ее место будет пока свободно. Люди постоянно приходят и уходят, неся в себе невыраженные эмоции. Позвольте представить, это новый студент по обмену. Юй Цзянь. Хоть мы этого и не желаем, мы на последней странице нашей истории в старшей школе Цянчуань. Занавес вот-вот опустится. Однажды я полюбила тебя и всегда буду дорожить тобой. Моя единственная и неповторимая жизнь в старшей школе. Из всех этих людей я больше всего рада, что встретила тебя, Фу Сяосы. С этого момента я решила стать для тебя храбрым человеком. Лу Джиан. Ват? Я искал тебя. Где ты был? Как экзамен прошел? Какую тему сочинения выбрал? Я выбрал второе. То, что про правду и ложь? Да. Темы такие сложные в этом году. Так долго писал. Да ты что, тупица? Ты что творишь? Ах ты засранец! Такой темы даже нет. Ты даже не сдавал экзамен. Как долго собирался молчать об этом? Вообще-то, 2 месяца назад я подал заявление на эконом-факультет университета Васеда. Недавно получил уведомление о приеме. Почему раньше не сказал? У нас было соглашение. Мы пойдем в один университет. Или, как минимум, в одном городе будем. Я обещания не сдержал. Фу Сяосы, я не хочу разочаровывать мечты моей мамы или наше соглашение. Вот почему я не знал, что мне надо было сказать. Ты используешь это против меня? Конечно, использую. Я зол, что ты не доверяешь мне. Мы вместе выросли. Ты правда подумал, что я буду злиться из-за того, что ты не пошел в тот же университет, что и я? Дитё малое. В сравнении с нашими обещаниями. Я больше хочу, чтобы ты исполнил несбывшуюся мечту твоей мамы. Надеюсь, в жизни моего друга, сожалений, не будет. Ты чего делаешь-то? Ну, обними меня. Ты отвратителен. Помрешь, если не обнимешь. Да не хочу я. Пойдем обедать. Я голодный.
Фу, Сяосы! Когда я вернусь, давай снова сражаться бок о бок. Так ты идешь или нет? Две миски лапши с говядиной и больше мяса. Хорошо. Хорошего дня. Мы ведь так и не закончим. Похоже, что придется. Все так быстро прошло. Кажется, первый год был только вчера. Ваша лапша с говядиной. Спасибо, босс. Сдали экзамены? Да. Счастливы? У вас третьекурсников у всех одно выражение на лице. Какое выражение? У нас на лицах слово «прошел»? Не знаю, как описать. В любом случае, это выражение легко узнать сразу. Фу, Сяосы. Что за выражение на моем лице? С твоим-то IQ, выражение, которое утверждает, что ты помешан на интеллектуальных вопросах. Алло? Хорошо, я понял. Цици собирается сегодня в караоке, спрашивает, не хотим ли мы пойти. Опять это шумное место. Алисия идет? Кто? Кто? Идет, идет! Мы все скоро расстанемся, конечно, идет! Фу, Сяосы. Ты ведь не собираешься сказать что-то Лися сегодня? Что сказать? Что-то, на что не будет шанса потом, если не сказать сегодня. Я все. Богатенький избалованный ребенок. Босс, счет. Не волнуйтесь. Эти две тарелки за счет заведения. Желаю вам ярких перспектив и прочной дружбы. Спасибо, босс. Спасибо. Босс, вы должны держать этот ресторан открытым. Хочу однажды вернуться и поесть здесь. Хорошо. Пока, босс. Здесь так оживленно. Почему вы так опоздали? Мы все вас заждались. Садитесь. Хорошо, все здесь. Начнем играть. Отлично, какая игра? Перед каждым есть кубики в чашке, видите? Хорошо, я объясню правила, слушайте. Каждый возьмет чашку с кубиками, в ней три кубика. Каждый может потрясти чашку всего один раз. Тот, у кого выпадет самое маленькое число, проиграет. Проигравший, дайте-ка мне подумать, должен раскрыть свое самое большое сожаление за все эти три года. Если не скажешь, то тебе придется выпить пиво. Понятно. Понятно. Ну что, готовы? Готовы. Один, два, три, трясем. Thank you.
Аудюнь! Жулик, нельзя так делать, тебя надо наказать. Ты проиграл, признавайся. Так не пойдет, его надо наказать. Аудюнь, просто выпить недостаточно. Тебе надо не только выпить, нужно сказать нам самое большое сожаление за 3 года. Я правда столько не выпью. Поторопись. Ты сможешь. Молодец. Так, Аудюнь, мы навострили ушки. Быстрее поведай нам о своих сожалениях. Мне нравится Вэньжэнь, но я боялся признаться. Так учителю, получается, твой соперник? Я восхищаюсь, мисс Вэньжэнь. Это не то, о чем вы подумали тут. Может, заставим его учителю позвонить? Нет, нет. Позвони. Возьми мой телефон. Быстрее. Живее. Алло. Алло. Учитель Вэньжэнь. Это Уудзянь. Все студенты класса 3 желают вам и учителю У долгой и счастливой жизни вместе. Все хорошо, хорошо. Что случилось? Кто звонил? Мои студенты. А что? Что они сказали тебе? Не плачь, не плачь. Я нервничаю, когда вижу тебя плачущей. Они пожелали нам долгой и счастливой совместной жизни. Итак, следующий круг. Раз, два, три. 10. 11. 12. 9. 3. У меня 8. У тебя меньше. Цици, ты проиграла. Скажи нам самое большое сожаление за 3 года. Я ни о чем не жалею. Как это у тебя не может быть сожалений? Разве я, Чэн Ци Ци, могу быть тем, у кого есть сожаления? Невозможно, пей. Пей давай. Я выпью. Не пей, сколько ты уже выпила? Все нормально. Ладно. Еще разок. Двенадцать. Девять. 10. 8. 15. 4. Наконец-то моя очередь. Как же сильно ты хочешь высказаться. На самом деле, сожалений у меня много. Однако больше всего меня печалит, что я никогда не слышал, как поет Фу Сяосы. Ты ведь не фальшивишь? А может, вы оба фальшивите?
Вполне вероятно. Я на пианино играю. Думаешь, я фальшивлю? Спой. Хорошо. Пой, 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 пой.那片笑声让我想起我的那些话，在我生命每个角落静静为我开着。我曾以为我会永远守在他身边，今天我们已经离去在人海茫茫。他们都老了吗？他们在哪里呀？我们就这样各自奔天涯。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，想他。啦啦啦啦啦啦啦啦，他还在开吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，去呀！他们已经被风吹走，散落在天涯。Может, мы и выпустились, но мы навсегда останемся студентами первой старшей школы Сянчуань. Цици, что-то не так? Ты много выпила? Я так счастлива, что выпила лишнего. Пошли. Алися и Джан ждут нас на выходе. Подожди. Сяосы, я сегодня соврала. Я сказала, что у меня нет сожалений за эти 3 года. Это неправда. Я сожалею. У каждого человека есть о чем сожалеть. Я в порядке. Теперь намного лучше. Вот. Что случилось? Меня стошнило, но теперь я в порядке. Надеюсь, снова не стошнит. Я даже по прямой идти не могу. Несу! Они сказали, если загадаем желание, когда выпустим фонарик в небо, они обязательно сбудутся. Это работает. Вот. Джиан. Лися. Сяосы. Давайте напишем наше желание. На фонарике? Рано или поздно мы будем снова вместе. С вами все будет хорошо, пока меня не будет с вами.
Желаю нам много счастливых совместных лет. Пусть всегда будет лето, и пусть мы навсегда останемся такими же. Я буду скучать по лету в Тяньчуань. Если соскучишься, просто приезжай. Менеджер Джао. Удалить. Добро пожаловать. Больше бери, а то нам не хватит. Когда вернемся, еще возьмем. Не пей так много, утром встать не сможешь. Так после сегодня нам на утреннее самообучение идти не придется. Пойдем. Ребят, вы закончили со вступительными? Да, теперь мы свободны. 80 юаней. Хорошо, вот. Спасибо, хорошего вечера. Пойдем. Тоска накатила. Я был таким же, когда вступительные сдал. Как думаю об этом, удивляюсь, как давно это было. В чем дело? Грустишь? Твоя любимая. Хорошо быть в университете. В университете? Похоже на старшую школу. В нем нет ничего особенного. Хотя, в университете учителям на тебя. Плевать. Можешь учиться, если хочешь. У тебя свобода действий. Классно. Больше того, в университете куча клубов. Есть из чего выбрать. Хотя я ни в одном не состою. Занят на работе. Если ты ходишь в университет, то откроешь для себя... Прости, опять тараторить начал. Давай есть. Это любимая лапша быстрого приготовления моей соседки. Возможно, мое решение бросить школу было неправильным. Не обязательно. Каждый человек принимает свои решения. Иногда мне кажется, что я должна просто вернуться в Тяньчуань. По крайней мере, когда я там, то могу найти дорогу даже с закрытыми глазами. Но Шанхай
Что он для меня? Помимо мечты, которая не может быть реализована, у меня ничего нет. У тебя есть я. Когда ты грустишь, могу предоставить услугу бесплатного болтуна, а также неограниченную говядину. Похоже, если сделаешь один неверный шаг в жизни, ты уже не сможешь вернуться на правильный путь. Юйцзань, знаешь о наклонившейся Пизанской башне? А что с ней? Очень знаменитая постройка. Причина, почему она так популярна, она наклонилась, но не упала. Иногда так. Недостатки намного прекраснее идеала, потому что ты единственный в своем роде.直到稳定。